Так, мои дорогие, ну что, приехали мы с Артовала. Тут все в ретро-стиле. Вот такие скамейки. И вы посмотрите, как одеты проводники. Да, сейчас я... Как одеты проводники, но это что-то с чем-то вообще. Очень атмосферно. Здесь все. Как вернулись в старые времена. Видите? Боже, какой поезд. Вау. Каждый раз он смотрит какие-то лампочки. Вообще невероятно. Все, давайте побыстрее. Так, у нас четвертый вагон. Это второй. Да. Все в таком ретро сделано, да, Ира? Класс. Вы как будто вернулись, я не знаю. 60-е. Здравствуйте. Доброе у нас утро. Четвертый. Вам следующий. А, следующий. Ага, спасибо. Класс. Поезде Русско-Вельский экспресс. Алло. Это очень атмосферно, да? А какое у нас виповское купе? Сейчас мы будем делать фотографии там. Красиво, да? Обалдеть. Вообще. Блин, как мы вообще? Вот такая красота, и мы еще ни разу не были. Ну что, мы сейчас в мешку. Смотрите, как на паровой тяге, как дымит паровоз наш. Вы заметили, что я сегодня тоже в ретро-стиле? Это просто потрясающе, правда? Да вообще. А он что, по кругу, да, ездил? Да, ездил. Чтобы он посмотрел, как там еще будет. Так, ну что, мы прибыли в парк. Милоша, пьень капюшончик, ветерок, и поэтому... Вот смотрите прям, сколько угля. Ага. Поэтому он весь такой красавчик. Угу.